Здравствуйте, сегодня у нас день покупок. Я вот только что пришла с работы со своей по дороге. Зашла в Lidl и в русские магазины. Сейчас вам покажу. Я объясню, почему мы очень редко ходим в русские магазины. Сами поймете, почему. И предпочитаем Lidl. Так, сразу покажу, сколько я приобрела продуктов на 15 евро 77 центов. Вот видите, это я приобрела в Лидле. Самое дорогое. Сейчас я очки одену. Ой, смотрите, Вася, что опять делает. А? Мама, видимо, вступила опять в кошачью пипи. Да, Вася? Смотрите, что делает. Вот, смотрите, самое дорогое, что здесь, это вот 3,19, это вот сосиски вот эти Нью-Йорк. Мне уже не очень нравятся, они вот похожи на советские сосиски, когда вот были вот в советское время у нас сосиски. Вот. А остальное все, видите, евро 99. Это планта, вот это 2 евро. Кстати, я так давно уже хотела ее купить. Я вначале ее все хотела где-нибудь отодрать и вырастить. Ну, ее можно, это кусочек оторвать и отрастить. А. Потом думаю, нафиг. 2 евро. Давно так хочу. Но это растение, оно растет, в комнате может расти. Потому что у меня в комнате вообще нет растений. Все на террасе. Это значит растительное масло у нас. Acetate Girasol. Ну, почти евро. Сахар тоже почти евро. Нет, сахар бланко 69 центов. Так, лимоны. Лимоны 95 центов. Булочки я Лёше покупаю. Это к завтраку. Как же они называются? Чай, значит, 99 центимов купила. Вот чай английский, как мне нравится. Прям такой, такой он вот заваривается хорошо. Настоящий вот английский чай. Вот томаты черри, евро 60. Покупаю я в салат класть. Вот. Что еще? Вот это вот панасилет. Панасилёс. Панасилёс лече. Вот я думаю, панасилёс. А, да, точно. Панды лече. А, тут по-каталански написано. Панды лече. Кстати, они такие вкусные, ванильные такие. Можно без всего кушать вкусно. Ну, вот себе я такие хлебцы купила. Пораженные. Ну, что такое? Если я такое буду есть, все, все килограммы вернутся. Вот такие хлебцы буду кушать. И вы знаете, я пристрастилась покупать вот такие салаты. Они с евро 99. Вот покажу, где этот салат. Где он? Не могу найти. Энсалада. Вот евро 99, видите, энсалада. Нью-Йорк. Вот. Там внутри... Ну, вот салат, и внутри там сыр, тут орешки, такие сухарики. Так вкусно, вообще. И вот еще я туда эти вот это томаты черри добавляю. Так вкусно. Вообще. Ну, нравится мне. Почти у всех, не только в Лидле есть, почти во всех магазинах есть. В Меркадоне есть, и в этом есть. И везде они есть. Они вот евро 99 стоят. И я считаю, что нормально. Я так наедаюсь. Вот я это покушаю, больше вообще ничего не ем. Тут даже вот перечислено, что есть. Какие вещи. Бекон. Сиболя. Покатоспис. Энсалада. Дадос де кесо. Вот это здесь сыр. Это бекон, это значит пожаренный лук, видимо, ну как-то посушенный. И вот тут пика тостадес, это вот, ну, сухарики. Ну, это вот сам салат.
Вот тут сам салат, видите. Фасили сано, сальса де. А, и там еще, кстати, винагр и бальзамико внутри есть. И вилочка есть. Вообще шикарно. Мне так нравится. Я уже тут вторую неделю, как если в магазин иду, себе все время покупаю. Ну и теперь расскажу, почему не больно охота в магазине русском что-то покупать. Вот смотрите, вот это все я купила, у меня 15,77. Видите? Вот супер, супер Руссия написано. Вот смотрите. И вот смотрите, какой счет. 18,15. Видите, как дорого. А что я купила? Я купила сметанку. Родная деревня. Ну, творог уже поела, в общем, деревня. Погрызла. Не стерпела. Поела я его уже. Так хотела прям вообще. Творог нежирный. Значит, творог нежирный. Сколько тут написано? 2,90. Представляете, 2,90. Творог нежирный. А сметана стоит... Ну, сметана это дешевая евро. Вот гречку купила, Гречка стоит 2,90. Так, и вот это пельмени. Пельмени, я так понимаю, немецкого, что ли, производства. Хотя нет. Это вот такие буквы. Наверное, с Прибалтики. А, наверное, с Прибалтики это. Экспрессо. Экспрессо. Вот такие буквы, наверное, это все-таки с Прибалтики, да, не с Прибалтики. Быстро замороженные пельмени. Ну, пельмени вкусные очень. Я ничего не говорю. Я их уже попробовала. В общем, вкусно, очень вкусно. Такое внутри мясо нормальное. Ну, вообще, они стоят самые дорогие, они стоят 11 евро. 2 килограмма пельменей, знаете, у нас роскошь стоит 11 евро. Иногда хочется себя побаловать. Ну, вот так. Леша у меня вчера с трансфера поздно пришел, спит. Сейчас проснется, обрадуется. Пельмени увидит. Так, а Вася что у нас продолжает делать? Вася! Продолжаешь тут, да? С моим ботинком развлекаться. Иди, Вася. В общем, игрушки все, которые я ему купила, все, как этот говорится, велят, все изнасилованы, все. Все он их размотал, раскрутил, разгрыз, и все, в общем. Кошкам нельзя игрушки, они все издерут. Вот так. Сегодня у нас пасмурно немножко, но жарко. Вообще вчера было 29 градусов. Можно и море опять. Вон какое море. Сейчас я покушаю и пойду на море. Надо последние деньки. Надо пользоваться. Пользоваться. Вася у меня тут все опять вырыл. Вот, я сюда посадила этот клубень. Этого уже было. В общем, клубень посадила. Все, клубни нет, все вырыто, все размотал его весь, разгрыз. А это у меня почти погибли, цикламен погиб. Я вот, ну просто вот корень поливала, поливала. Думала, ну есть не просит. Нет, смотрите, это ожил, снова вырос. Так что если у вас цикламен... Вы думаете, что погиб, ну, чуть-чуть продолжайте его поливать, он может это ожить. Вот. Цветочки мои. Немножко я вот это порезала. Надо лесенку принести, я оттуда не достаю, чтобы это сухое все обрезать. Лесенку сюда тащить надо. Ну, сегодня вот такой у нас блок. Ну, вообще так здорово, конечно. Мне так нравится, что как бы вот я рано утром, я иду к 7 часам, работаю там 1,5 часа. И все. И у меня весь день свободен.
и работаю всего понедельник, среда, пятница. И все. И у меня стаж идет отчисление пенсионного. И весь день свободно. Вон Васенька, видите, как он у нас водичку пьет. Он у нас из тарелочки водичку не пьет. Что это он будет? Он из лейки. Из большой тары, скажи, я водичку пью. Ладно, до свидания.